запускаем легкий кредит на 10 месяцев. Стойте! Нас забыли! С АТБ можно забыть о процентах. Ну вот, кредит есть, а ставок по кредиту нет. Указ о цифровых паспортах подписал президент России, сообщает ТАСС. Теперь для удостоверения личности вместо бумажного документа можно будет предъявить электронные через мобильное приложение госуслуги. За 3 ближайших месяца правительство определит список таких документов. Такие грядут изменения, а какие еще новости принесла середина недели, расскажу я, Антонина Болотова и мои коллеги. Здравствуйте, в эфире «Восточный экспресс» и начнем с главного. Дочка, ее... полнейшая копия. Муж, погибший во время родов, просит возместить моральный ущерб за истории, произошедшие 1,5 года назад, продолжает следить Александра Фишева. Здесь мы как бы облагородили, и его сносит облагороженную часть. А то, что не облагородили, оставили. Вырыли то, что годами должно было расти. Почему в Улан-Удэ, возможно, забыли про программу «Зеленый город», выяснял дежурный по городу. Это Гиловские игры и Волгинский Датсан. О том, как прошел национальный спортивный праздник, в материале Алексея Турубова. Мэру Улан-Удэ вынесли представление за затягивание подачи горячей воды. Вместе с ним претензии от прокуратуры получили и другие ответственные лица. Те, кто допустил несвоевременный запуск третьей магистрали. Напомню, изначально жителям Советского района обещали подключение к системе 20 июля. Но сроки перенесли почти на месяц. Все это время горячую воду в своих квартирах ждали больше 2500 горожан. Контроль заказчиком за соблюдением условий контракта надлежащим образом не осуществлялся. В этой связи прокуратура республики внесла представление в региональное министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса и мэру города Улан-Удэ. После встречи с прокуратурой подрядчики активизировались, но от административной ответственности их это не спасло. А вот чиновники получили дисциплинарное взыскание. Причиной стало, цитата, «отсутствие контроля». И по следам наших материалов. Муж погибшей роженицы требует возместить компенсацию за моральный ущерб. Напомним, об истории семьи Чумаковых мы рассказывали в марте прошлого года. Женщина скончалась после кесарева сечения, не приходя в себя. Все это время за развитием ситуации следила Александра Фишева. Дочку зовут у меня Полина, а сына Максима. Имя... Полина незадолго до своей гибели мне просто Екатерина предложила, может быть, назовем дочку Полиной. Двойняшки с мамой увидеться не успели. После родов она не пришла в сознание. Кажется, себя вместе с ней потерял и муж. Воспитание детей приходится совмещать с судебными заседаниями и экспертизами. И так на протяжении 1,5 лет. Независимые эксперты из другого региона не увидели прямой связи между смертью Екатерины и действиями врачей. Ну, например, они выявили из недостатков неправильная доза была введена сульфата магния 25-процентового. К этому препарату врачи прибегают, чтобы избежать судорог при высоком давлении. По словам Александра, сульфат магния его жене ввели 2 раза. В скорой и в роддоме. Эту информацию подтвердили и в Минздраве республики. Я не обвиняю их в смерти Екатерины. Уголовное дело было, оно закрыто. Эксперты не увидели прямой связи между действиями врачей и смертью Екатерины. Единственным возможным исходом Александр считает выплату компенсации. Как-никак детей сейчас нужно поднимать на ноги. Семье могут выплатить почти 1,5 миллиона рублей. Последнее заседание прошло в их пользу, но ответная сторона с решением не согласна. Мы работали согласно утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации клиническим рекомендациям при помощи при гипертензивных расстройствах и при преэклампсии и эклампсии. Согласно этого мы... никакой дозы не превышали. Врачи уверяют, смерть наступила из-за закупорки легочной артерии. Говорят, от нее никто не застрахован. Екатерина оказалась в их числе. Предпосылки были. Дородовые заболевания, ковид во время беременности осложнила ситуацию двойня. Я, конечно, сейчас все чувствую. Это потеря близкого человека. Это огромная беда. Да?
Но, тем не менее, с нашей стороны мы сделали все, что положено, как положено. Городской роддом могут обязать выплатить семье 900 тысяч рублей. Остальные 400 разделят между поликлиникой номер 6 и скорой помощью. Врачи перинатального центра планируют подать апелляцию в Верховный суд России. Тем временем Александр готовится отправить двойняшек в ясли, чтобы продолжить судебные тяжбы. Когда они первое слово «мама» назвали, не знаете, у меня слезы ручьем мне потекли. Мама, мама. У меня сейчас вот сын у меня до сих пор, у меня ищет мама. Александра Фишева, Санжи Шакжин, телекомпания «Аригус». Напилили почти на 14 миллионов. В Бурятии возбудили дело по факту контрабанды древесины. Предприниматель подал в декларациях недостоверные сведения. Как сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре, в июле прошлого года бизнесмен представил 12 деклараций на пиломатериалы хвойных пород. Но сведения о происхождении древесины в них были недостоверными. Декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике лесоматериалов. Кроме того, с целью их легализации внес в единую государственную информационную систему по учету древесины и сделок фиктивную информацию о покупке лесоматериалов. Общий объем лесоматериалов составил около 3000 кубометров. Их стоимость оценили почти в 14 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. ДТП с тремя погибшими подростками взял под контроль глава Следственного комитета России. 17 сентября 21-летняя девушка на автомобиле своего знакомого врезалась в бетонный забор. Машину придавило, погибли трое пассажиров-подростков, еще один в коме. Виновница ДТП задержана, решается вопрос о мере пресечения. О других ДТП и их последствиях далее коротко. Ребенка сбила на пешеходном переходе пьяная автомобилистка. Это произошло сегодня днем на улице Барсоева. Дети шли на зеленый сигнал, когда на них наехала Toyota. 12-летнего школьника с травмами увезли в больницу. На водителя составили административный протокол, ведется проверка. Авария с двумя автомобилями произошла сегодня около полуночи на проспекте Победы в Улан-Удэ. 21-летний водитель за рулем Мазды фамилии столкнулся с Тойотой. Водитель последний получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Пожилой водитель на Тойоте протаранил мотоцикл накануне вечером в сотых кварталах. Это произошло на улице Забайкальской. Водитель легковой не предоставил преимущества. Мотоциклиста с переломом позвоночника увезли в больницу. Двоих водителей с наркозависимостью лишили водительских прав. Добиваться этого пришлось прокуратуре. Оба водителя получили удостоверение в разное время. В 2018 и 2022 годах их поставили на учет в наркологическом диспансере с диагнозом пагубное употребление нескольких видов наркотических средств. При этом их права оставались действительными. Решение Советского района суда города Улан-Удэ удовлетворены исковые заявления прокурора Советского района города Улан-Удэ о прекращении действия права на управление транспортным средствами в связи с медицинским противопоказанием в отношении двух граждан. Сесть за руль можно будет лишь когда отпадут соответствующие медицинские противопоказания, то есть если медработники сочтут их избавившимися от зависимости. Ремонт на проспекте 50-летия Октября продолжится в следующем году. Там должна появиться дополнительная полоса движения. Аналогичные работы проведут и на улице Бабушкина. К расширению дороги приступят в 2024 году. Об этом, кстати, попросили сами горожане. О других дорожно-транспортных новостях далее коротко. Трамвай с двумя вагонами закупят в Улан-Удэ. Они помогут разгрузить пассажиропоток в час пик. Двухсекционные составы запустят по маршрутам 1, 2 и 4 уже в следующем году. В 2024 году на дорогах Улан-Удэ появится и 26 новых автобусов малого класса. Их запустят в отдаленные микрорайоны и заменят временно неработающие автобусы. Поездки станут комфортнее и для маломобильных горожан. Чтобы запустить новые автобусы, в Улан-Удэ ищут водители на муниципальный транспорт. Сейчас на линии работы 155 сотрудников, открыто еще более 100 вакансий. «Восточный экспресс» только набирает обороты. Смотрите во второй части выпуска. Более 500 лифтов необходимо заменить в Улан-Удэ. Как идут работы по линии фонда капитального ремонта в материале Артемия Шакова? Это Гиловские игры и Волгинский Датсан. О том, как прошел национальный спортивный праздник, в материале Алексея Турубова.
Размер прожиточного минимума в Бурятии вырастет на 6%. Документ об этом уже подписал глава Бурятии. В силу он вступит с 1 января следующего года. Итак, прожиточный минимум на душу населения увеличится на 1000 рублей и составит 16 627. Примерно настолько же поднимется и минималка для трудоустроенных. Тем временем для пенсионеров верхняя планка составит 14 300, а для детей около 17 000. Прожиточный минимум выполняет функции социального норматива, учитываемого при оценке уровня жизни и бедности населения, установлении государственных гарантий в области доходов, разработки и реализации республиканских социальных программ. Другими словами, те, у кого доход будет ниже прожиточного минимума, смогут рассчитывать на социальные выплаты. От него же зависит и их размер. Почти 3000 деревьев планировали высадить в этом году в Улан-Удэ. Озеленением города занимаются основательно, но есть места, где зеленые насаждения, наоборот, кому-то помешали. Туда направился дежурный по городу. В прошлом году по программе «Зеленый город» в 113 микрорайоне было высажено более 30 саженцев. Эта программа нужна, чтобы улучшить экологическую ситуацию в городе и воспитать у жителей ответственность. Горожане за саженцами ухаживают, а вот городские власти про программу, видимо, забыли, когда пришло время проводить новые сети к новым строящимся домам. Мы высадили два ряда деревьев. Первый ряд вот эти вот лесные, осинки, березки, а второй ряд мы решили посадить пирамидальные тополя. И на собственные средства из Иволгинского питомника купили эти саженцы. И вдруг, два дня назад, к нам заезжает сюда большая техника. И объявили нам о том, что здесь будет проложена теплотрасса. Конечно, местным жителям обидно, что плоды их труда пришлось быстро выкапывать. К слову, земляные работы продолжаются вдоль дома. А дальше находятся гаражи. Неужели их тоже придется сносить? Здесь мы как бы облагородили, и его сносят, облагороженную часть. А то, что не облагородили, оставили. Ну разве так можно? Трасса повернет именно вот в этом месте, да? Весной 2019 года в Улан-Удэ заработала программа «Зеленый город». По ней к 2024 году на каждого жителя столицы должно приходиться 10 квадратных метров зелени. Также в республике действует закон об охране зеленых насаждений в населенных пунктах, но на территории 113 микрорайона он как будто не распространяется. Игорь Юрьевич, помогите, пожалуйста, нам в решении этой проблемы. Можно ли приостановить здесь работы и рассмотреть проект, переделать? Будем надеяться, что мэр Улан-Удэ не оставит эту ситуацию без ответа. Мы же дополнительно передадим информацию ответственным лицам в администрацию города. Выйдут ли городские власти на контакт с местными жителями? Об этом мы расскажем вам в эту пятницу в итоговой программе «Дежурный по городу неделя». А я напомню, номер 223 семерки. Звоните, если вы считаете, что ответственные лица забыли о ваших проблемах. Сегодня по городу дежурили Чингиз Хунаев, Вячеслав Цыбиков, телекомпания «Арикус». Составом 7-го созыва депутатов Народного Хурала наконец определились в Бурятии. Избирком вручил мандаты тем, кто хоть и не одержал победу на одномандатных округах, но будет занимать кресло депутата из-за доверия населения республики к партии. Напомним, по партийным спискам «Единая Россия» собрала голоса избирателей на 22 места в Хурале. КПРФ займет 6, новые люди получили 3. И только 2 места ЛДПР. Суммарно это 33 депутатских кресла. Выборы были очень насыщенными, были интересными для избирателей, и каждый из них, конечно, определялся со своим выбором осознанно. Это самое главное. Поэтому мы сегодня вручаем удостоверение об избрании, это как документ, который символизирует победу в этой борьбе и своего рода доверие от избирателей. На торжественное вручение удостоверений явились 17 депутатов. Первая сессия нового созыва в Народном Хурале для них запланирована уже на 25 сентября. К другим темам. 23 миллиона потратят в Улан-Удэ на замену лифтов. Оборудование поменяют по линии фонда капитального ремонта. И до конца года должны завершить работы как минимум в 4 многоэтажках. Подробнее Артемий Ушаков.
Лифт – общее имущество жильцов многоквартирного дома. Его срок службы составляет 25 лет. Во многих домах этот срок давно вышел, а содержание морально устаревшей техники слишком дорого обходится управляющим компаниям. В Бурятии приняли решение заменить более 540 единиц оборудования по программе капитального ремонта. Современное лифтовое оборудование, оно гораздо предпочтительнее старого советского оборудования. Это современный уровень освещенности, антивандальное исполнение управления кабиной лифта, диспетчеризация, плавность хода. Все это повышает уровень комфорта граждан нашей республики. По проектам старые лифты не ремонтируют. Целесообразно заменить их на новые. Это похоже на целую операцию, только длится она почти полтора месяца. Ее благополучно перенес один из домов на улице Революции 1905 года. А инженеры уже добрались до дома номер 39 в поселке Энергетик. Здесь стояли лифты Могилевского завода. Могилев лифтмаш, выпущенный еще в советское время. А сейчас устанавливаются лифты «Метеор», произведены в городе Санкт-Петербург. Гарантийный срок работы нового лифта 5 лет. Это требование фонда капитального ремонта. Общий срок службы также не менее 25 лет. В Улан-Удэ по линии фонда капитального ремонта уже произвели замену более 160 лифтов. Артемий Ушаков, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус». Акция «Вода России» добралась до Байкала. Она проводится в стране с 2014 года и за это время стала самым крупным экологическим событием. Тысячи волонтеров ежегодно очищают водоемы, и к ним часто присоединяются звезды эстрады и кино. Как прошла массовая генеральная уборка в Бурятии, расскажет Александр Батуханов. Байкал – жемчужина страны и визитная карточка Бурятии. Крупнейший мировой источник пресной воды. Ее хватит на несколько поколений, если относиться к озеру с должной заботой. Но подчас берега зарастают тоннами отходов. Чтобы помочь озеру, за дело взялись почти 500 человек. Все они волонтеры акции «Вода России» и экофестиваля «Горизонт». Лично я вообще впервые на Байкале, впервые вижу эту потрясающую красоту. Быть на Байкале, быть здесь, быть вместе с вами – так здорово, что все вы неравнодушны, потому что равнодушие – это то, что убивает. Желание очищать нашу планету, делать нашу страну самой красивой и самой лучшей – это самое главное, что может быть. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Выходной день, с утра не поленились. Вы молодцы. И пока наша столица, пока вся Москва спит, мы с вами сделаем большое доброе дело. С 10 километров береговой линии волонтеры собрали около 200 мешков отходов. Больше половины – пластик и бытовой мусор. Остальное – металлолом и стекло. И очень надеемся, что сегодняшняя акция вдохновит ее участников и сторонних наблюдателей на то, чтобы внимательнее относиться к окружающей среде. Очень хочется, самое главное, чтобы подобные акции стали ежедневностью, вошли в привычку. Береговая линия Байкала больше 2000 километров. То, что очистили волонтеры – это лишь 0,005%. Но это как минимум первый шаг к правильной привычке, которую, надеются организаторы, подхватят и местные жители, и туристы. Александр Батуханов, телекомпания «Аригус». К новостям спорта. 3 золота и новый рекорд. Россыпь наград привезли бурятские гиревики с чемпионата мира в Узбекистане. Эмоциями и впечатлениями накануне поделились сами спортсмены и тренеры. Его называют самым опытным и титулованным. Андрей Рассадин вновь установил мировой рекорд. Первое место он занял в упражнении «Рывок», сделав 215 подъемов. В двоеборье он заработал 238,5 очков и занял второе место. Что касается лично меня, была травма после чемпионата Азии, получил травму. Сейчас уже можно об этом говорить, но я уже залечил раньше, я об этом громко не говорил. Там был надрыв акромиально-ключичного сустава. Более-менее успешно залечил травмы, и вот хорошие, так скажем, очень хорошо я подготовился в силу того, что мы прошли хороший тренировочный сбор в Крыму. 2 недели. Весит до 73 килограммов, золото забрал Сергей Каргин. Он выиграл первое место в длинном цикле. Также чемпионом мира стал Сергей Любимский. У него первое место по длинному циклу. 78 подъемов. По-хорошему привыкли к медалям и высоким достижениям наших спортсменов по гиревому спорту. Но вместе с тем это абсолютно не умаляет тот огромный труд, который вы проделываете для того, чтобы добиваться этих самых результатов.
Отличились и юноши. Они также забрали 2 золота. В итоге наша сборная привезла с чемпионата 16 медалей. И это один из лучших результатов за последние годы. Чувствуется, что в районах идет целенаправленная работа. И она началась еще с 2000-х, начала 2000-х годов. И те результаты, которые вот сейчас показывают ребята, это результаты не одного, не двух, не трех, не пяти даже лет, а результаты десятилетий. Еще более амбициозные цели гиревики ставят на следующий год, ведь чемпионат России по гиревому спорту будет принимать Бурятия. И наши спортсмены планируют побить на домашнем помосте рекорд России в эстафете. Елизавета Рябова, Алексей Турубов, телекомпания «Аригус». Итигаловские игры прошли в Иволгинском Дацане. В этом году их посвятили 282-й годовщине признания буддизма в России. По традиции в программе три игры мужей. Бурятская национальная борьба Бухэ-Барелдан, стрельба из лука и конные скачки. На спортивном празднике побывал Алексей Турубов. Каждую осень Иволгинский Дацан становится местом проведения состязаний по национальным видам спорта. Они посвящены выдающемуся буддийскому учителю Хамбуламе Дашидаржо Этегелову. С утра большой молебен в храме, а после спортивные игры на стадионе. Рекордсмен по количеству побед на Этегиловских играх – воспитанник Баенгольской школы борьбы Иван Гармаев. Чемпионом он становился 5 раз. У ребят должна координация хорошая быть. Вот. Каждое движение, вот. Кто быстрее, кто шустрее, тот, вот они выиграют. Как говорит борец Иван Гармаев, вес и рост роли не играют. К примеру, заслуженный тренер России Виктор Баймеев, имеющий вес всего 63 килограмма, звание абсолютного чемпиона выиграл в поединке с яравнинским тяжеловесом Циреновым, который весит около 120 килограммов. У бурятского традиционного лука в последнее время появилось много поклонников, в том числе и юных. Для них в селе Арангой проводят малые этегиловские игры, где соревнуются школьники. Всего же в республике тех, кто занимается стрельбой, более 300 человек. Это тренировки, тренировки, тренировки. Как сказал наш великий Ленин, учиться, учиться, учиться. Людей развиваем этот вид. И сейчас Бурятия самая лидирующая команда в Дзержинской районе. И молодежь подтягивается. И там у нас в школах есть стрельба из лука. Восемь забегов и 50 скакунов из Бичуры, Кижинги и равные Джиды. Дистанция от 6 до 12 километров. Участник одного из забегов Иван Хороших. Его скакун по кличке Сансар до призового места не дошел. Но, как уверен жокей, все главные победы еще впереди. Чувствовать надо лошадь. Работать, тренировать, ну, каждый день быть с ней, чистить, там, помогать, ну, все с ним разговаривать надо. Борьба, стрельба и конные скачки – эти три вида, которые объединяют любителей национальных бурятских забав. И интерес к ним не иссякает. Спорт предков манит своей простотой. Но при этом ни один поединок не похож на другой. Схватка – это сражение двух характеров, говорят сами спортсмены. Алексей Турубов, Валерий Чедопов, телекомпания «Аригус». На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте arigus.tv и в социальных сетях. Спасибо, что остаетесь с нами. До свидания.